Александру Друзю грозит новое разоблачение, заслуженного знатока вернули в «Что, где, когда», где он не появлялся более полугода. Магистр интеллектуальной игры отстранили от съемок после громкого скандала, связанного с несостоявшимся мошенничеством. Сейчас Александр Друз получается прощен, но есть сведения, что на него заготовлен новый компромат. Напомним, еще в феврале главный редактор телевикторины «Кто хочет стать миллионером» Илья Берр рассказал о том, что Александр Друз стал участником одного из выпусков передачи и предложил ему взаимовыгодную сделку. Он заранее получает ответы на вопросы, а в обмен отдает половину от выигрыша – 3 миллиона рублей. Знаток отпираться не стал, однако заявил, что на сделку его подталкивал как раз Берр, которому он решил подыграть, чтобы вывести на чистую воду. Точку в дискуссии поставил Первый канал, отстранив от программ обоих. И вот на днях было заявлено, что магистр «Что, где, когда» возвращается в передачу.